Привет, мои дорогие друзья! Ну что, сегодня я для вас решила сделать обзор нашего любимого пляжа именно в Сочи. И называется он пляж Ривьера. Ну что, погнали, покажу вам цены, покажу, как выглядит. Ну и, собственно, расскажу, почему мы его действительно полюбили. Пляж Ривьера! Очень-очень красивый. Пляж состоит из трех ярусов, я бы так это назвала. На первом ярусе как раз-таки идет площадка, где вы можете просто посидеть, подождать, не знаю, чаек попить, да даже книжки почитать. Короче, что-нибудь поделать, там просто лавочки. Спускаемся, и на втором ярусе мы с вами наблюдаем вот такую вот штуку. Короче, какой-то скалолазный парк, где, безусловно, ваши детки, предполагаю, детки, смогут поразвлекаться. Это вот у нас как раз-таки второй ярус. Также на этом втором ярусе у нас есть чебуречная. Стоимость одного чебурека там 190 рублей. Так как мы не первый раз в этом пляже, поэтому я там уже кушала. И добавлю вставочку в этот выпуск по поводу этой чебуречной. Вот такой термоупаковки положили наши чебуреки. Для тех, кто думает, что я не ем, я ем. Вот, смотрите, какой огромный. Саша, с полбашки. Кайф. Ну что, пробуем? Холестерина. Я уже прочувствовала. Сейчас надо до мяса дойти, это главное. Слушайте. Тут вообще, знаете, с этим проблем нету, с мясом. Вот сколько вот мы уже пробовали какие-то блюда с тестом и с мясом, здесь они такие, нету никаких прожилок, чистое мяско, хорошо посолено, в специях. Мне очень вкусно и очень нравится. Блин, только он такой длинный, его не очень удобно есть. Ну, мне кажется, цена 60 рублей нормальная, да? Вот, смотрите, видите, мяско. В итоге я его так сложила, как треугольник. Так будет проще есть. Сейчас доем. Купаться. Для обеда вообще классно. Как и на любом пляже, есть табло, время, градусы, воздух, вода, все, что хотите. Ну, как только заходим, здесь мы с вами видим, конечно же, барчик, где вы сможете купить напитки любые, алкогольные и безалкогольные. Чё по ценам? Показываю. Прейскурант. Шезлонг 350 рублей, матрас 100, столик 100. Зонт, походу, вот этот зонт, кстати, отдельно покупается, вот этот вот. Либо, если вы берете шезлонг, то зонт вам стоит 250 рублей. Также есть бунгало, это 4000 рублей. Ну и есть различные комплекты. Смотрите внимательно, после 5 часов до 8 идет скидочка. Возможно, кому-то это будет интересно. Как только вот вы заходите, да, спустились там по лестнице, здесь у нас стойка ресепшена, где вы, собственно, и сможете приобрести билетик. Как и на любом пляже, здесь есть зона хранения ваших вещей, поэтому можете оставлять здесь и комфортно пребывать на пляже. Но это если вы боитесь, если вдруг вы тут оказались с ноутбуками или с другими драгоценностями, просто тут оставляете, балдеете, тусуетесь. Смотрите, у вас есть два пути. Вы можете повернуть направо, а можете пойти налево. Давайте мы с вами сначала начнем слева. И я вам покажу, что здесь находится. Вот так как раз-таки выглядят вот эти бунгало, которые стоят 4000 рублей. Это на всю компанию аренда, поэтому если у вас там, ну, в районе там, 4, я не знаю, возможно, 6 человек, то весьма удобно и комфортно можно провести весь день и не сгореть под палящим солнцем. Как я уже говорила, здесь присутствуют различные кафешечки. Так, сейчас я туда выйду, погодите. Вы, кстати, даже тут экскурсию сможете приобрести. А вот о чем я и говорила, что
Здесь вы можете приобрести все необходимые пляжные атрибуты. Вот, пожалуйста, круги безопасности, шляпы-панамки, тапочки. Так, что еще? Ну и рядом конкурент, естественно, тусуется. О, здесь уже у нас музяка, ла-ла-ла-ла-ла. Так, смотрим. Ну, всякие сладости, ништяки, куда же вообще без них. Кофеечек хотите попить? Да, пожалуйста, охлаждайся. Ну, мороженое, как же без него? Все, собственно, есть. Так, ну и прямо перед нашими глазами мы с вами наблюдаем, конечно же, душевые. Как же без них? Сами понимаете, соленая вода. И обязательно, как только вы искупались, здесь помылись в чистейшей водичечке и спокойненько пошлепали по всем своим делам. Конечно же, по всей территории пляжа базируются вот такие переодевашки. То есть в этом плане все чики-пуки-пуки-шмуки. Я хочу обратить ваше внимание на то, что этот пляж очень широкий и достаточно длинный. То есть посмотрите, какая вон начало, да, и вон до туда. Это все береговая линия. Что мне тут нравится? Ну, во-первых, он поделился, пляжик этот, на две части. Первая часть как раз-таки стоит из такого песочка, а вторая часть у нас как раз-таки галька. Причем галька, знаете, здесь достаточно комфортная. И еще огромнейший плюс — это то, что здесь есть пешеходные дорожки такие деревянные, по которым также можно комфортно передвигаться, ну и, соответственно, ничего не поранив. А вот это вот очень-очень вкусная мороженка, я вам реально советую. Чувак, короче, достает холодное, ледяное мороженое, окунает в горячий шоколад. И шоколад прям моментально-моментально перед вами замерзает. Ну, конечно, из-за того, что тут неимоверное жарище, все начнет тут же таять. Ну да ладно, реально попробуйте, стоит всего лишь 150 рублей. Мой совет. Так, берем морожку. На этот раз апельсиновая. Что, глазурь, да? В черном шоколаде. Опа! Вот, пожалуйста, еще смузи, конфеты, бараночки. Чего хотите? Вообще все есть, все абсолютно, не переживаем. Опа, опа, опачки, опачки, массажи, массажи, excuse me. Давайте посмотрим цены. Ну, классический массаж 2500 рублей, расслабляющий 2200, спина 2, душечка, одна зона, полторашечка. Все поняли, да? Тай-массаж, пожалуйста. Заходим, расслабляемся, кайфушечки получаем, чики-пики, муки-шмуки. Смотрите, не хотите вы сидеть на шезлонгах, не хотите брать бунгало? Да, пожалуйста, вот вам качели. Посмотрите, как там балдеют пяточки какие-то. Шикардос. А еще тоже момент. Если вы хотите все же сэкономить, но при этом взять шезлонг без зонта, сразу говорю, без зонта тут делать нечего. Тут имеется вот такая вот зона. Это, кстати, на многих пляжах. То есть тут есть крыша. Вы просто берете шезлонг 350 рублей и под крышей тусуете весь день. То есть получается, вы абсолютно комфортно можете загорать, опять же, весь день на вас будет попадать рассеивающее солнышко, и вы не получите никаких ожогов. Это... Так, что это я как... Ведьма какая-то, ну ладно. Это вообще огромнейший плюс, поэтому, ну и вы можете также сэкономить, потому что, наверное, каждый день ходить и тратить там по 600 рублей с человека, ну тоже так себе. Так как мы идем с вами по правой части, здесь также есть души. Если не хотите мыться в душе, то вначале прям есть такая штука чисто для ног. Можно там помыть свои пяточки. Кстати, пока не забыла,
Вот это полотенце, ну, оно, знаете, такое необычное, не махровое, оно вот такое как раз-таки пляжное, стоимость его 350 рублей, в Магните сегодня купили на пробу, наверное, еще зайдем и купим такое Саше. Какие еще плюсы есть у этого пляжа? Ну, наверное, самый большой и жирный – это то, что пляж абсолютно бесплатный. То есть, если вы не хотите арендовывать шезлонг, бунгало и прочие пляжные принадлежности, и если у вас есть, ну, я не знаю, там свой лежак, свое полотенце, вы можете выбрать любое комфортное для себя место и остаться тусоваться тут весь день. Вам никто ничего не скажет. Видите, люди берут зонты, берут свои полотенца и располагаются удобно, где хотят. Ну что, я все говорю и говорю. Давайте вам еще покажу поближе морюшко, поближе зону. Вот, как я и говорила, галечка, да, идет. Она очень маленькая, ну, достаточно мелкая. По ней можно комфортно передвигаться босиком. Еще огромный плюс этого пляжа – это то, что тут нету волнорезов. Это вот такие вот, знаете, огромные скалы, можно их так и позвать, их специально делают, чтобы не было какой-то большой волны. Тут, собственно, их нету, и поэтому вид у самого пляжа достаточно красивый. Еще на этом пляже вы можете распивать спиртные напитки. Прямо на территории вы можете купить. Я посмотрела цены за пивасик. Здесь его стоимость 140 рублей минимальная за 0,5. Вот. В конце концов, если вы не хотите здесь оплачивать алкоголь, то, ну или в принципе вообще любую еду, вы можете взять это все с собой и устроить себе здесь пикничок. Поэтому для вас на этом пляже вообще может быть тусовка бесплатная абсолютно. Берете с собой хавчик, берете с собой полотенце, зонты и остаетесь тут тусоваться. Все. Это, наверное, как преимущество этого пляжа. Короче, пока хожу, брожу по этому пляжу, не обнаружила я только детской площадки. Ну, как детской площадки, знаете, каких-то аниматоров, вот таких вот чувачков, которые могли бы поразвлекать ваших детишек, а вы могли бы позаниматься своими делами, ну, хотя бы там 30 минут, час-два. Вот, например, вот мы были на Роза Хутор пляже, там прям целая команда аниматоров могут развлекать ваших детей весь день. Главное, кэш платить, и все, вообще никаких проблем не будет. Вот, а тут не вижу я, к сожалению. Вот, весь его обошла раз 10. Единственное, только это вот тот аттракцион, который я вам показывала, да. Вот еще покажу вам виды этого пляжа с разных ракурсов. Здесь вообще практически никого нету. В правой части вообще мало народу, почему-то все валят именно в левую часть. Ребята, безусловно, на территории этого пляжа работает команда спасателей, которые тщательно блюдят за всей ситуацией, постоянно комментируют и говорят, там, либо выйти из воды, либо докуда можно доплывать. То есть контроль идет максимально тотальный. В этом плане можете тоже не переживать, потому что они здесь, конечно же, в первую очередь за безопасность. Я, короче, решила спрятаться в тенек, потому что вообще какая-то, я говорю, жарища прям капец. Поэтому я решила спрятаться в тенек, чтобы вообще какие-то итоги подвести этого пляжа и, опять же, дать свои рекомендации. Короче, этот пляж в Сочи действительно, ну, цена и качество самое-самое нормальное. Мы гуляли по набережной, и там есть реально такие зашкварные просто пляжи, у которых ценовая политика примерно такая же, а то и выше, где там просто вот минимальная какая-то территория, и стоят эти плесневелые волнорезы и предлагают вам, короче, там отдохнуть за 1000 рублей. Нафиг эти пляжи. Как я уже не раз сказала, то, что тут нету волнорезов, широкая береговая линия,
В принципе, достаточно комфортно и хорошо. Здесь есть всякие развлекухи, вы можете там на банане, на плюшках покататься. Ну, как бы, опять же, есть кэш, можете вообще тусить и развлекаться тут как хотите. Вот. Есть кафешки, рестики, стритфуды, морожка, вообще абсолютно все. Ну, и как бы торговый ряд тоже присутствует. Можете вообще прийти голышом и остаться тут тусоваться, блин, все купить и пойти загорать. Опять же, даже зонт, если что, тут можно купить. Если вы готовы тратить побольше денежек, то есть другие пляжи, такие как Рапан, Дельмар, они повыше ценовой категории, но там хотя бы плюс-минус симпатично на территории, и вы сможете, ну, как бы, хотя бы отдых себе не испортить, потому что то, что предлагается в начале тех пляжей, это вообще мама не горюй, не надо, найн. Короче, этот пляжик хороший, реально вам рекомендую прийти сюда. Ну и в конце концов, прикиньте, какие плюшки есть тут. Если вы пойдете в парк Ривьера, вы можете прийти сюда заранее, потусоваться и потом пойти загорать на пляжик Ривьера, да, то есть совместить приятное с полезным. Ну, а, кстати, обзор на парк Ривьера у меня уже есть, поэтому я сейчас сюда добавлю подсказочку. Переходите, смотрите, это очень красивый парк. Вот, ребят, я очень сильно надеюсь, что вам был полезен этот выпуск. И хочу вас попросить дать какую-либо обратную связь. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я вообще открыта ко всем вашим комментариям, готова работать над собой. И, в общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я, короче, пошла дальше тусоваться, а тусашечка там один грустит. А то тут хожу, знаете, записываю, все болтаю туда-сюда, и нифига не кайфую, не балдею. Вот, поэтому... Всех крепко обнимаю, целую. Спасибо большое, то, что смотрите меня. Все, чмоки-поки. До скорейших встреч.